К нам приезжает очень много курортников, туристов, и не к лицу олимпийской столицы выглядеть не по-спортивному. Мода сейчас должна быть на большой спорт, фитнес, тренажерные залы, на здоровый образ жизни и активный отдых. Именно это пытаются донести до горожан молодые сочинцы, участвовавшие в антитабачном шествии. Их желание быть не просто услышанными, но и понятыми. Указанная акция проходит в связи с тем, что в центральном районе, как и в принципе в всем городе Сочи, у нас появилось множество курячей, и на это сделали акцент у нас высшие и средние учебные заведения среди студентов, а также активисты среди молодежи. Поэтому мы здесь сегодня собрались, чтобы напомнить гостям и жителям города Сочи, что курить это плохо, курить это вредно.